Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Решила вести здоровый образ жизни, так как была зависимость от пива, не так много, но каждый день после развода год. Месяц вообще на диете, похудела на 7 килограмм. Сейчас хочется с подругами сходить, отметить мой день рождения в клуб. Если выпить там пару бокалов, это будет значить, что я не справляюсь со своими желаниями. Можно и чай попить, но подруги посчитают это странным. О своих проблемах я умалчивала. Вот такой у нас вопрос. Вопрос непростой. Потому что, ну, ваша жизнь, и вам решать, что вы будете делать, как вы будете делать, и так далее. Вот. Решать вам. Я думаю, что мы с вами начнем сначала. Вот. Значит, вы говорите, что решили начать вести здоровый образ жизни, потому что у вас была зависимость от пива. Кто вообще решил и определил, что у вас была зависимость от пива? Кто это? Кто решил, что у вас она была? Ну вот, просто вот. Как факт, как данность и так далее. У вас была, не знаю, консультация с врачом, наркологом, да? Который сказал, что вот так, значит, зависимость, вот, и пива нельзя пить. Потому что, ну, сейчас просто нет такого ощущения, что вы как-то прям наверняка знаете, что у вас именно вот была зависимость от пива. Вот. Ну, хорошо. Ладно. Ага, предположим, что действительно у вас была эта самая зависимость. Как бы, на мой взгляд, значит, ну, вот, что называется, отвечать на нее здоровым образом жизни несколько странно. Вот. Потому что это крайности, как, ну, крайности какие-то. Из крайности в крайность вы бросаете, на мой взгляд. И я для себя в этом ничего хорошего не вижу. Может быть, это и хорошо, что вы больше о себе беспокоитесь, больше о себе заботитесь, но вот нет ли в этом какого-то насилия, да? Дальше. Пиво-то вы, собственно, пили не просто так,
вы пили пиво, потому что, ну, после развода, вот. Развод – это непростая, это довольно болезненная ситуация в жизни любого человека. Вот. И, ну, вам было непросто, вы травму получили. Разводом, я имею в виду. И вот пили пиво. Тут вот, как мне кажется, в центре внимания надо бы поставить вот ту потребность, которая, ну, которая тянула вас, да, к тому, чтобы пить. Вот, ну, в центр нужно это поставить, как я думаю, а не отказ какой-то от алкоголя, потому что вы же пытаетесь, ну, на мой взгляд, очевидно, да? Вы пытаетесь пивом, да, заглушить какую-то вот боль свою. Это нормально, что вы пытаетесь это сделать. Вы выбираете вот такой способ обратиться с болью, ну, потому что очевидно, что другому способу вы не обучены. Вот, очевидно, что вы не знаете, как можно было бы по-другому это сделать. Вот. И мне кажется, что гораздо, ну, гораздо проще вам сейчас, значит, ну, отказываться от пива, вот, значит, худеть, нежели чем сталкиваться с вот какой-то, если позволите, да, болью от, ну, от развода, да, вот, и, ну, негативными переживаниями, негативными эмоциями своими, вот. То есть это, ну, это проще. А пережили ли вы вот ту болезненность свою или нет? Это большой вопрос. Вот. Ну, я думаю, что вам нужно развивать внимательность к себе в этом смысле. Потому что одно дело, когда вы, ну, тяготеете условно
говоря. К тому же пиву, да, из чувства. Избегание? То есть вот, ну, хотите убежать от каких-то переживаний, отвлечься хотите. Вот. И другое дело, если вы идете к чему-то, то есть если вы идете к, ну, к какому-то вот к каким-то эмоциям, да, к каким-то переживаниям. И если вы это делаете, например, и в радости тоже, вот просто, ну, в радости, вот у вас есть радость, и вы радуетесь, например, да, там, хотите отметить там свой, ну, свой день рождения. Поэтому это разные переживания. И важно не ошибиться в них, чтобы, ну, как-то не мешать все в одну кучу, как, на мой взгляд, вы делаете сейчас. Мне так кажется, видится, что будет все это мешать в одну кучу. А вы говорите, значит, что вот я, значит, не справляюсь со своими желаниями, вы говорите. Ну, естественно, я не знаю, справляюсь с ними или нет, но я не думаю, что нужно со своими желаниями справляться. Я думаю, что их вот свои желания, да, их нужно как-то, ну, понимать корректно. Вот. Я так думаю. Я думаю, что нужно стараться, ну, к ним внимательным быть. Вот. И я думаю, что вот тогда у вас не будет того, о чем вы говорите сейчас. То есть не будет таких опасений, каких-то, не будет переживаний, таких и так далее. Вот. Дальше. Вы стыдитесь, вас действительно, вы скрываете от подруг то, что с вами происходит, да, происходит, происходило и так далее. Вот. А с чем это связано? Это вот недоверие подругам, это какое-то вот, ну, не знаю, какое-то формальное общение, то есть, ну, формализованное общение, где вы, значит, с подругами общаетесь вот как-то ситуативно, вот, как-то в определенных, значит, ситуациях вы общаетесь с ними только, вот. И в других ситуациях, да, то есть вот, ну, например, опять же, например, когда, когда вы там нуждаетесь в помощи, да, когда у вас что-то происходит,
вы как-то стараетесь дистанцироваться. То есть у вас могут быть проблемы с доверием. А если это так, если у вас, действительно есть проблемы с доверием, то я думаю, что эту проблему нужно решать, потому что, сам факт того, что вы себя не принимаете, в общем-то, усложняет вам жизнь и способствует повышению потребности в том же алкоголе, в том же пиве. Вот. Еще вы можете довольно качественно пройти к ситуации, если спросите себя о том, а вот, ну хорошо, вот я, боюсь там пить пиво, да, и так далее, вот это все. Вот, хорошо. А что я чувствовала, когда, пила? Вот что я ощущала? Какое было вот мое, состояние. Вот что это было за состояние. Вот. Как-то вот, понимаю ли я, да, вот, что я чувствовал тогда, что я хотела тогда, чем я нуждалась тогда. То есть вот на эти все вещи мне кажется, вам нужно обратить свое внимание, да, на эти вот вещи, на эти моменты. Вот. Чтобы в этом смысле, да, не бояться, вот, каких-то, проявлений, скажем так, вот, каких-то проявлений, да, вот, своих, вот, я думаю, что движение в этом направлении вам будет очень полезно. Вот, если, не можете сами с этим как-то разобраться, вот, то я думаю, психолог вам может оказать необходимую помощь в этом, и вы решите свою проблему, вот, или вот решите свои проблемы, вот, это может потребовать
каких-то ресурсов, конечно, ну, от вас. Вот. Но я думаю, что вы решите проблему. Потому что, ну, есть ощущение, что вы сейчас очень не свободны, есть ощущение, что вы зажаты, что вы боитесь, что тяготитесь и так далее. Вот. Понимаете? Я уверен, короче, что, ну, не в алкоголе дело, я уверен, что факт принятия алкоголя, да, он не окажет, вот, так скажем, какого-то прямо-таки уж вот критического влияния на вас. Вот. Я думаю, что дело здесь не в этом дело, а именно в том, как вы относитесь к себе, да, и насколько вы внимательны к себе, и насколько вы обращаете свое внимание, да, вот на то, ну, ну, на то, что с вами происходит. Вот. Я думаю, такая какая-то история вот здесь. И поэтому надеюсь, что было вам интересно, надеюсь, что вам это было полезно, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу. Всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь.